В Казахстане разработали законопроект о банкротстве граждан. Документ регулирует общественные отношения, если физлицо не может рассчитаться с кредитором. Указана процедура восстановления платежеспособности, условия проведения внесудебной и судебной процедуры банкротства. Заявление может подать должник, чей долг не превышает 306 тысяч тенге, и обязательства перед кредиторами не исполняются в течение года. По критериям подходят и те, кто не выплачивает задолженность до 5 миллионов тенге в течение 6 месяцев. Желающий подает заявление о внесудебном банкротстве через интернет-ресурс уполномоченного органа или налоговое мобильное приложение. Процедуру одобряют, если в течение 7 лет должник не применил процедуру восстановления платежеспособности. Статья банкротства гражданина вносится в Гражданский кодекс. Она не распространяется на тех, кто зарегистрирован в качестве индивидуальных предпринимателей. После этой процедуры банкам и микрофинансовым организациям запретят выдавать займы физлицам в течение 5 лет. За преднамеренное банкротство предусмотрена ответственность. Это штраф в размере 3 миллионов тенге, исправительные работы, либо лишение свободы на срок до 1 года.